Всем привет-привет! Тема сегодняшнего видео – яркие помады. И хочу сообщить, что в конце этого видео будет очень классный конкурс. Честное слово. Знаю по себе, что яркие помады – это лучший способ обратить на себя внимание, как и на тусовки, и на вечеринки, на званом вечере, ужине. И в сегодняшнем видео я покажу много классных новых ярких оттенков, необычных, просто вау-шик. И покажу, как делать макияж к яркой помаде. Запоминаем. И в этом видео я отвечу на три главные вопроса. Как наносить? С чем носить? Куда носить яркую помаду? О, боги, как же ты носишь такую помаду яркую? Ужас, серый цвет, черный цвет. Ужасно, ужасно. Не ужасно, это круто. Итак, приготовьтесь к тому, что все будут обращать внимание на ваши губы. Поэтому они должны быть в идеальном состоянии. Трещинки и сухость можно убрать при помощи бальзама питательного для губ. Второе правило. Начните свой макияж с безупречной кожи, ровный рельеф. Вы должны замаскировать все прыщички, синячки под глазами. Наношу тональное средство, у меня Dior Skin Forever, мой любимый. Буду наносить его пальчиками на все лицо. Есть у меня прекрасный консилер от Smashbox. Замаскирую им синячки под глазами, прыщики и все недостатки. Обязательно припудрю Т-зону немножко. Нельзя оставлять лицо голым, но цветные тени нам точно не понадобятся, поэтому я буду рисовать стрелки классические и накрашу ресницы тушью. А если вы добавите еще и ресницы, наклеите, будет вообще супер, у меня просто их сейчас нет. Когда крашу ярко губы, я рисую только стрелки, поэтому и вам показываю этот метод. Мне кажется, он идеален. Ну что ж, в принципе, база под наши губы готова. Легкий макияж, потому что акцент будет только на губах. Сегодня я буду использовать совершенно другие, необычные, новые оттенки, очень крутые, металлические. У меня в руках 12 абсолютно новых жидких кремовых помад с металлическим эффектом от NYX. О, тут даже черный цвет есть, представляете? Давайте поскорее выберем одну из них, посмотрим, как они смотрятся на губах. Яркие губы раньше были только на подиумах и в смелых фотосессиях, а теперь же они шагнули на улицы. Теперь отвечаю на важный вопрос, с чем носить яркую помаду. Обожаю носить яркую помаду с черной кожаной косухой, с цепями в стиле Рианы. Мне кажется, это смотрится очень круто с какими-нибудь дерзкими перчаточками, если у вас футболочка будет немного рваная. Либо оденьтесь в тон помаде, например, как это сделала я. Блестящая кофточка металлическая и металлическая помадка на губах. Либо наденьте однотонную одежду, там черную, либо белую, либо одежду в тон вашей помаде. Можете еще поддержать вашу помаду лаком для ногтей, либо аксессуарами яркими какими-то в тон помаде. Будет очень здорово. Носить яркую помаду можно на презентации, на модные показы, на вечеринки, тусовки. А теперь, внимание, конкурс. Под этим видео я оставлю ссылку на супер популярное видео 2016. И кто первый в комментариях под новым видео перечислит правильно всех мемов, тот получит годовой запас косметики от фирмы NYX.
Я вам обещаю. Ну что, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Женя Гейн. Пока-пока.